Но это у нас называется по закону жанра. Сено стоит в поле. Мы на базе. А мы занимаемся ремонтом. Характерный скрежет пошел. Стало цеплять барабан от барабана. Оказалось, у нас подшипник его. Давай, Данград, колесо. Сейчас вас спросим. Навернулся. Сейчас попробую заснять, как это все у нас оперативно получится. Но, как всегда, вот эта шпонка, я думаю, она у нас будет. Не будем загадывать, посмотрим, что будет. Тихо-тихо. 5 минут работы. Нам просто повезло. Давай, вытаскивай. Если она сойдет, то... Кто? Еще больше. Следующий. Ты не торопись. 15 гектар сена лежит, на. Последний день, блядь, солнечный. А Игорь плохо день прошел. Это, блядь, ему нельзя давать на. Пока на дальше-то. А нет, постучи. Тебе все бы, блядь, болгаркой на. Ну.
Вала там нету, это барабан. А он впритык там сидит. На нем он снимается в эту сторону, по-моему. Вот смотри на следующий. Внизу смотри. Видишь, пропил. Думаешь, упадет сейчас, да? Так вот, про это ты. Я ключу отсюда подаю. Срезает? Может, на место встать. Давай, давай, блядь. Серег, пулка что ли? Взяли. Подшипник без проблем. Ну, мне так кажется. Может, и есть какие-то проблемы. Получается 209. Сейчас будем ставить, покажу. Отошел, Серега уже поставил подшипник новый. И все затянул на вал. Ну, я думаю, что это не столь важно было. Важно было, что как процесс снятия, да, то есть. Сколько я с кем разговаривал, кто мне звонил, спрашивал, то есть всегда была одна проблема, это как это снять шпонку и этот сбить подшипник, сбить звездочку, вернее. Но нам повезло, я считаю, что у нас был расстояние, то есть вот это вот расстояние есть, чтобы звездочку со шпонки сбить. Со шпонки внутрь сбить. То есть я всем говорил, что надо ее сбивать внутрь. То есть если у вас расстояние позволяет на вальцах. Вот допустим на верхних тут не позволяет ее осадить, чтобы она полностью слезла с... Серег, как ты так? Ты что? Что? По звездочке молотком. Подожди. А сейчас шпонку сбивать будем, все равно будет. Катать будешь. Так, шпонку нашли. Выпиваем. Будет двигаться, нет? Можешь подержать снаружи. Она прямая, Серега. Прямая, но то, что она не идет. Развальцевалась немножко. Так ты ее вставь, спас туда. Дальше. Серег, смотри, говорили, она прямая. Она не прямая, а именно коническая. Трапеция. То есть она наружу конусом. То есть получается, как бы все равно звездочку туда сдвинем и ее обратно. То есть когда мы ее
выбиваем, мы звездочку пытаемся туда сбить, чтобы легче ее вытащить шпоном. Так у нас она стоит. Еще откручивать? Нет. Напрягаться, что не делать. Натяжник ставим. И что, и в поле, да, Серег? Может, сегодня не поедем? Без колеса поехали. Как же не поедем, блядь? 10 гектар скошено, блядь. Больше. Ну, похоже, что нормально. То есть мы поставили наш российский подшипник. Я так понимаю, что он идентичен. Аналоговый — это копия китайская в основном. Говорится аналоговый. Я вожу, мелкий. Ну вот, на, Серег, закручиваем колесо. Здесь все собрали, защиту поставили, натяжник. Сейчас я проверю масло для смазки центральной. И, в принципе,